Друзья, всем привет! Авсалар, отель Гранада, там Азура отель, ну, в общем, это самые известные места в Авсаларе. Все, кто здесь отдыхает, вы по-любому здесь будете гулять. Мы разворачиваемся прямо сюда. И вот возле слова базар, друзья, здесь вас ждет Мустафа. Я показываю только хороших людей вам. И у него натуральная лавка, здоровье. Вот. Вам не нужно будет. Я знаю, что в Авсаларе отдыхают многие люди, которые просто не едут вообще в Аланию. То есть они наслаждаются чисто морем. Вот зонтики. Отель Гранада. Вот он прямо. И для тех как раз, кто не едет в Аланию, чтобы вы пришли, чтобы порядочный человек нормально не обманул вас, не было, чтобы никаких проблем, чтобы только качественный товар по его реальным ценам был, друзья. Поэтому вы придете сюда. Все контакты я еще напишу в описании. Человек очень порядочный, это друг моих друзей. Знаете, что людей жди, в которых я не уверен, я вам не показываю. Я показываю всегда только хороших людей. Поэтому все, те, кто у вас в Аларе, вы спасены. Будете приходить сюда и покупать то, что вам нужно. 320 лира. 300. Мустафа, как друзья, гора. Знакомьтесь, нормально все. Здравствуйте. Найти легко. Даже я тут не часто бываю в Аларе. Найти просто. Я вам все показал, друзья. Если какие-то вопросы будут, он вам локацию скинет. Мы оставим. Оставлю все его координаты. Ну, здесь есть все. Сейчас мы покажем, расскажем. Друзья, Мустафа сейчас расскажет коллаген. Тема одна из самых популярных. Самый популярный коллаген есть. Порошок есть, таблет есть. И жидкость тоже есть. И суставы, и кожа, и все. Типа кожа, один, волосы, и также суставы тоже. И просто если хочу, тип 1, тип 3 коллаген тоже есть. И такая же тоже есть. Вот это тоже хорошо. Фирма, и объем хорошо. С витамин С и биотин. А тут их очень много, да? Сколько надо принимать? Вообще? На месяц. Это на месяц. На месяц, да? А месяца достаточно будет, чтобы поднять? Ну, нормальный курс 3 месяца. То есть лучше 3 тогда взять? 3, да. Ага. Или есть еще такая же, есть Атрофлекс, тоже для сустава, с коллаген, глюкозамин, хондроитин. То есть это не только кожа, волосы, это еще для костей, это для сустава? Это кости и сустава лучше. И здесь мультивитамин, минерал есть тоже. Для мужчины, женщины отдельный тоже есть. И общий тоже. Витамин есть. Если у человека диабет, ты подберешь без сахара все будет. Да. То есть скажете, какие у вас заболевания хронические, и он вам подберет сразу все профессионально. И вот такая есть здесь на печени, как гептрал, турецкий, адеолив и эссенциал. Для тоже. Восстановления печени. И бат тоже есть на печени. Все турецкое, да? Все турецкий. Все турецкое. Очень мало импортного. Да, там памперсы японские, мало. Он слышал, да. Сейчас покупали. Импорт Солгар есть, и чуть-чуть другой тоже есть. Ну, чуть турецкий. И здесь тоже для кости, сустава. Витамины омега. Покажи какие-нибудь самые популярные. Люди хотят вот это. Витамин все, да? Омега здесь, и здесь тоже омега. Есть сразу и омега-3, и омега еще какой-то, да, в комплексе. Да. Вот там омеги, то, друзья, очень много. То есть выбор тут. Это для сустава. Глюкозамин, хондроитин тоже. Кости тоже. Вот такая же. И магний тоже очень популярный сейчас. Магний. Мне есть разные магний формы. Магнезиум вот цитрат. Это популярное. Да, магнезиум малат, магнезиум таурат, бисклиснат, альтернат. Все магнезиум формы есть. И таблет есть, шипучек есть, и порошок тоже есть. И жидкий тоже есть, магнезиум. Любой вкус. Все есть. Цинк есть, кальций есть. Цинк, кальций, все. Гинко есть для головы. И стиколин тоже, для памяти, голова, для памяти хорошо. Для мозга, для восстановления мозга, памяти, да. Для профилактики разных. Ну, то есть все, друзья, все качественное, все натуральное. И в основном оно делается все из природных компонентов. Витамин групп B-витамин. B12, B1, B6 отдельный тоже есть. B это в основном для чего они, на что они действуют? Нормально, B12 для всего. Иммунная система, кожа, стоматит. На волос тоже поможет. И здесь витамин D. Витамин D. Спрей есть под язык. Это зимой, когда солнца мало, да? Зимой витамин D, то что. И иммунная система тоже хорошо помогает. Повышение иммунитета. Капсуль есть, таблет есть, витамин D. И витамин C есть тоже.
Да, чтобы не болеть зимой, кто живет, где морозы сильные какие-то. Да. Вот это все, да, можно витамин С принимать всю зиму, и оно будет иммунитет повышать. Да. Вот. Вот такой, кстати, я пробовал. Да, витамин С, это витамин D и цинк все вместе. Комплекс, ага. И здесь на волос витамин есть. Да, ага, вот это волос. Вот это дама, я знаю, любят. Это хорошо, и такая фирма тоже хорошо. На волос, для тела и для ногтей витамин комплекс. И такая фирма тоже очень хорошо. Пелиорин для волос, для волос витамин очень-очень хорошо. И покупатели, русские покупатели очень любят такая витамин. И популярная сейчас. И это успокоительный. Успокоительные, натуральные, да, натуральные, безопасные. Да, да, да. Травяные, мелисса, валерьян. А, и мелатонин для сна, да? Да, да, для сна, есть, проблемы и, со сном. Да, мелатонин, пассифлора, валерьян, мелисса, это успокоительные, трава успокоительные. Детское питание. Детское питание надо, есть. Надо памперсы, детское питание, все, все, да, все здесь. И детский витамин тоже детские есть. Детские витамины, да, они в виде конфеток, их будут да, все кушать легко. Конфетик есть, и чупа-чупс. Они именно витамин, вкусные, уговаривать да. не нужно. И мишчик есть тоже. Мишки такая желейные. Для мишки. То есть они как конфетки сделаны. Мультивитамин есть, иммунсистем есть. Витамин D есть, да, и сироп тоже есть. Сиропчики, от кашля тоже детский сироп. От кашля а взрослые есть. Тоже есть? Покажи сиропы от кашля, именно есть, да? Взрослые тоже есть, натуральные, от кашля. Натуральные, вот они. Натуральные, очень, вот такая грентус очень эффективная, и тимомакс, это трава, тимьян, имбирь, куркума, от кашля. Тоже хорошо. Горячие чаи тоже антипростудные. Да, от простуды тоже чай есть. Так, что еще? И если вот такая на это спорт, все омега, да? Да, из них омега. Разные фирма. И омега-3 есть, омега-3, 6, 9 есть. Сразу тоже. Все тут тоже по одной капсуле, да? Два раза. Два раза. Это 200 капсуль на 3 месяца. О, это как раз одна. А сколько вот примерно какую-нибудь цену назови, пожалуйста, чтобы ориентировались? Такая цена 450 лира. Это 200 капсул? 200 капсул, да. То есть это вполне бюджетно. Это 13 долларов получается. Платить можно и долларами, и чем доллар, угодно, и картами. Паунд. Золото зуб. Да. И скидка будет всем, кто придет, скажет YouTube промка, будет скидка минимально 5%. Если у вас сумма покупки большая, то до 10% да. может быть скидка. И такая же ароматичная масло тоже есть. Это что делаете? Масло ароматичное. Ага, понял. Пахнет. Пахнет классно, да. Это разные есть. Это чайное дерево и масло. Угу. И другой тоже ага, есть. Вот черное тмин масло есть. Тоже запивает. Другое масло есть, все есть. И такая же. Вот это очень вкусно пахнет. Да. Вот такая с конопля масс. Конопля, друзья. Да. Каннабис. Это для костей? Сустава. Сустава, кости, я понял. Вот, кости, шея, ага, спина, вот. Мышца. Очень хорошо помогает. Это здесь конопля масло есть и экстра глюкозамин, кондроитин, бозвелла, арника. Все есть здесь. Очень эффект хорошо да, кстати, помогает. Такого я не видел еще ни у кого. Да, вот такая есть. И такая другая фирма есть. Тоже хорошо. Такая фирма есть. И такой же таблет тоже есть. Один раз будем пить. Тоже поможет. Мышца, боль. И сустава помогает. Похудеет чай. А. Чай для похудения. Да. Натуральный, не химия. Натуральный, да? И эффективный. Турецкий. Это 30 одно, дней написано. Одно пакет на 30 дней, два раза пить. И эффект будет, да? Эффект. На месяц 5,8 кило гарантии. За вот этот пакет 5,8 да, килограмм. Пакет, да. Ну, нормально. 5,8 кило гарантии. Безвредная, безопасная. Без, да, да. Все. Вот. По-русски тоже написано. Есть, да? Состав. Хорошо. Все, все трава. Все расписано. И эффект тоже лучше. Это популярное. И если такая спортсмен. Ага, для спортсмена. Да, да? Протеины, есть, что там? Да. Протеин есть. Тема популярная, беса, тем, кто занимается. Беса, метин, все есть. Ага. Беса тоже популярная. И здесь для вен тоже есть крем. Для вена. Таблет Еславен. Это тоже для как, суставов, да? Как Детралекс. А, Детралекс, да. Ага, ага. Это очень хорошо. Один раз дом пить. 60 таблет, 60 два месяца. Два месяца, ага. Очень хорошо и выгодно. И цена тоже хорошо. Ага. И такая же масс тоже есть. И это таблетки, тоже другая фирма. И есть аромат, 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 аромат
на массаж. Угу. Такая же. Это тоже для массажа? Да, для массажа. Это выпить просто. Хочется, там внутри что-то красивое такое прям. И здесь вот перчики. Это гвоздика. Ага, и перец, да? Да, и перец, ага. Есть, оливье есть. Класс. Я, по-моему, салаты поливал бы, если бы не знал. Так, тут крема мы проскочили для глаз, да, для этих самых, от морщинок, все есть. Морщины есть, акне, пигменты тоже есть. То есть любые-любые вам посоветуют, вы скажете. И возрасты крем есть. Естественно, крема для рук, крема для ног, все-все-все, что нужно. Да-да, все есть. И для волос маски есть. Маски для волос. Шампунь есть тоже популярная. Вот такая фирма очень популярная. Для... Это шампунь, да? Да. Он как лечебно-восстанавливающий какой-то, да, такой? Да. Фирма известная. Фирма есть, хорошо. И... А это вот это что все? Это тоже шампунь, шампунь, трава, да? Шампунь. Оно все натуральное, видите, да, оливочки, натуральное. Там каштаны, там этот, любая трава, чеснок, он все, да, все, да. Все. Какие проблемы с волосами озвучите, и вам подберут сразу. Угу. Угу. И здесь все шампунь. По-русски идеально разговаривает, общий язык найдете без проблем, переводчик точно не понадобится. По-русски, поэтому. Германский и по-английски. И по-английски, тоже, да, и слышал. Турецкий. Угу. Тут эти, это крема все, да? Да, крема есть такая же. Это тоже натуральная серия, они все из разных травок. То есть все-все-все натуральное. Здесь очень масла. И такая роза серия есть. Роза вода есть. Роза такая вода, очень, да? Популярная фирма, турецкая фирма. Розенс. И крема тоже есть такая же, масло есть. И умывается пена, тоник. И умывается гель, да. Есть. Для ухода за лицом. Да, вот такая есть. Это для лица умывается жель. Антиакне. Ага, очень, ага. Хорошо. И случайно дерево и масло. Это детский, наверное, да, поверху? Да, для телека. Шампунь есть. И вот такая зубная паста есть тоже турецкая. Зубная паста турецкая, натуральная, которая натуральная. Вообще без всяких вредных веществ. 100% натуральная. Без флюороз, без селеса, без соль, без сахар. Вот. Зеленый свет, все натурально. Угу. И шампуни тоже есть, наверное, да, которые натуральные полностью. Да. Тоже. А вот это вот, что мы прошли, вот это интересно. Это шампунь тоже. То шампунь, да? Шампунь, если походит шампунь. И для лица умывается жель есть. И... Антицеллюлит жель. Так, губы есть. Нарисованы. Это что-то? Для губ. Для губ. Это тоже, да? Это вокруг глаз крем. Для глаз, ага, ага. И здесь сарган для лица. Сарган есть. И целлюлит крем есть. Тоже хорошо для лица. Hello, my friend. Здравствуйте, как дела? Я подберу вам все. Я... Кстати, классная вещь еще, вот смотрите, что я заметил. Вот это не так просто найти. Это классная вещь, да, потому что я как-то искал, я бегал по Алане и не знал, где их найти. А тут у него прям большой выбор, и они вот фирменные, вот, бренд какой-то прям их делает. Классная вещь, потому что кто купается много и часто, особенно ныряет, очень советую, потому что с ушами может быть проблема. Потом у меня такое было. Так что это очень полезно. Так, сейчас еще пройдусь, посмотрю, что-нибудь интересное, что мы не озвучили, может быть. И такая же тоже, такая мыло тоже очень популярная. Мыло с мочалкой, да. Мыло из губка, другой вкус. Все натуральные. Запах хорошо, натуральные. Все разные. Их обожаю нюхать просто. Есть. Все, другой, шафран есть, орган есть, козьим, остров с молокой, базилик. Базилик тоже хорошо, это уголь, да, наверное? Уголь, ага, уголь. Угу. Так, а это для ресниц, тут разные средства, да? Да? Друзья, реально есть все. Это тоже мыло, ой, натуральное мыло. Интересный. Класс, запах какой. Чупа-чупсы тоже лечебные? Тоже лечебные? Или обычный? Лолипопс, обычный чупа-чупсы. А вот витаминки там есть, чупа-чупсы. И такая фирма крем тоже очень популярная. Оливковая серия у них, и не только оливковая, у них авокадо есть, по-моему, еще что-то. Алоэ вера есть. Алоэ вера. Олив есть, это кошечка, орган есть. Олив тоже есть такая. Кто знает эту фирму, кто ее хоть раз брал, я думаю, что вы будете сюда. Такая шампунь есть, кондиционер есть, волос. И такая тоже очень хороший крем. Экзем и детские проблемы тоже, чесотка, зуд, аллергии, розовая проблем, акне, очень хорошо. Состав очень хорошо, натуральный,
Прополис, Алевера, Облепихово есть, Чебатыр. А я думал, в Турции нет ничего Облепихова. Так и есть. Облепихо — это вообще бомба. Облепихово масса тоже есть. Mm-hmm. Очень популярная. И хорошо. А это что? Это для лица крем, для лица улитка. С улитка крем. Ух ты. Очень хорошо. Ух ты. Антиэйджинг. Это для лица лифтинг крем. Mm-hmm. Это вокруг глаз. Это тоже крем для лица с орган. Угу. Ну, все, показать все невозможно, потому что, друзья, тысячи всего. Но... Тату крем есть после тату. После тату, ага. Да, тоже разные фирмы есть. Любая абсолютно тематика, о чем даже не подумаешь, оно все есть. Вот, так что, что еще мы не показали вам? И маски есть, такая же для лица маски. Маски для лица, ага, большой выбор. Тоже натуральные, да. Они все хорошие. Все основное показали. Выходной, когда у вас со скольки до скольки выходной день, если есть? Думаю, утром открыт час 9. 9. Вечером 12 час. До 12? Да. Ого, до 12. Сейчас вот у нас. И выходной есть или нет? Каждый день? Каждый день. Без выходных вообще? Да. Без выходных. Сейчас еще каждый раз день. Выйду. Ну, я вам показал, как я. Да. Тут очень-очень легко найти, друзья. Вот она, видите. Прям отель Гранада, прям четко тут ошибиться просто невозможно. Плюс вот зеленый крестик, человечки бегущие. И если вот так зонтики с много. И зонтики, да, зонтики. Зонтики, зонтики. Так что. И такая же крем тоже сейчас выгодно. Но мне 1 штук $3 евро, а да? 3 штук 6 можно. Ну, вообще почти бесплатно за такое. Это роза есть, авокадо есть. Органовый есть, гранат есть и олив есть. Друзья, тоже. Вот это приходите набирать. Это скидки в конце сезона скидки, такие, да. Потому что это бомба. И они, видите, разные. Я думаю, что вы все возьмете по одному себе. Ну, это вообще бесплатно просто. Да. Класс. Все, спасибо большое, Мустафа. Итак, кто приходит, сразу говорите, Ромка, YouTube. И скидка будет от 5 до 10%, да. В зависимости от суммы вашей покупки. Спасибо большое. И твой телефон, WhatsApp, да, я и адрес, и WhatsApp, я все в описании под видео оставлю. Instagram тоже есть, да. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, друзья, вы не болеете, хороших покупок вам. Вот, друзья, все будет написано в описании под видео, в закрепленном комментарии. В принципе, за вами могут приехать, если вы где-то недалеко от Авсалара, скажем так, но не в Авсаларе, могут за вами даже приехать, если вы чувствуете, что покупка ваша будет такая. Ну, понятно, что не за одним кремом, конечно, имейте совесть, но, в принципе, могут за вами приехать, если вы... Много всего планируете купить. Ингаляторы есть. Вот смотрите, можно заряжать их травяными всякими. Ну кто? Кому надо, это тот знает, понимает. Он делает. Сам У нас сейчас же у нас бэби маленькая, 2 месяца, внучка, да, вот приехали, сейчас там они все видят, все, красота, вот так вот. Помните, что, друзья, тут кучу надо получить лицензии, пройти проверок. В Турции это все покупать безопасно абсолютно, если оно продается. Оно строго контролируется Министерством здравоохранения и другими органами. То есть это все безопасно. Это не лекарство, все из натуральных компонентов практически здесь. Поэтому без помощи химических лекарств можете поправить состояние своего здоровья, повысить иммунитет зимой и так далее, и так далее. И средства, конечно, для загара, от загара тоже все есть. Кому сейчас надо загорать. Солнышко у нас продолжается, лето пока что, несмотря на конец октября. Отель Гранада. Друзья, пообщались мы там без камеры немножко. Человек потрясающий. Ну, мой очень хороший друг, меня с ним познакомил. Причем они, по-моему, даже родственники, поэтому я другого ничего не ожидал. Я знал, что человек будет офигенный. И да, большая просьба вам. Пишите, пожалуйста, отзывы. Вот пришли, что-то взяли, напишите. Как обслуживание, довольны ли ценой, скидкой, как вам в общем, Мустафа. То есть напишите пару слов, пожалуйста, каждый, кто хочет что-то покупать, не поленитесь. Все, будьте здоровы. И вон он прямо там.
по переходу здесь, если от этого отеля, вы выходите прямо на слово «базар». И зеленый крестик этот видно отсюда даже.